Американские ученые рассказали о возможном двойнике Земли. Речь сейчас идет о недавно открытой экзопланете Проксима Б. Приставка «экзо» означает, что планета, так же как и Земля, вращается вокруг Солнца, но не является им. Исследователи полагают, что на планете могут обитать организмы, способные светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. На Земле к таким существам относятся некоторые виды коралловых полипов. Ранее ученые уже предположили, что до планеты Проксима Б может доходить сильная рентгеновская и ультрафиолетовая радиация. В свою очередь, европейские исследователи полагают, что на экзопланете могут существовать и водоемы. Об обнаружении двойника Земли стало известно в среду, 24 августа. Это стало настоящим открытием.